Всем привет, с вами Александр. Сегодня я вам расскажу о новиночке, которая появилась в ассортименте мира автокресел. Это новый бренд в ассортименте Baby Safe, это Польша. Модель называется Chart, категория 2-3, с 15 кг до 36. А если более детально, то с метра роста и выше. Вот, Польша, вот просто небольшое отступление от темы в целом о Польше, имеется в виду про их бренды. За последние несколько лет, вот так послеживая, что происходит, Польша действительно делает большие шаги по качеству. Раньше Польша была, ну, такое себе. Сейчас они абсолютно не уступают большинство, ну, популярных, по крайней мере, брендов, естественно, они абсолютно не уступают европейцам, немцам, там, с другим странам, скажем так, и, соответственно, очень качественно делают свой товар, вообще без вопросов. Поэтому в ассортименте мира автокресел и появился этот бренд, потому что очень тщательно отбор идет позиции, которыми торгует мир автокресел. И сегодня я вам о нем расскажу. Это кресло действительно достойно внимания, потому что в нем есть интересные фишечки, которых нет у многих за эти деньги. Так. Про безопасность. Кресло имеет европейскую сертификацию 4404, обязательные краш-тесты пройдены, тем самым доверять ребенка креслу можно. Так, по ткани сразу давайте скажу. Первое впечатление, которое вот получаешь, когда трогаешь, это вау, оно такое мягкое, оно действительно мягенькое, и в дальней дороге ребенку, я думаю, будет прям вообще отлично. Очень мягкий подголовник, спинка вообще прям вот мягенькая. Поэтому с этим все в порядке. Что касается еще комфорта, отсюда вам виднее, смотрите. Опа! Оно умеет наклоняться. В 2-3 категории это вообще большая редкость. Немцы, ну, почти никто этого не умеет. Вот. Польша смогла, сделали супер. И независимо от этой спинки мы можем наклонить сиденье. Это действительно круто. Плюс ко всему, есть и возможность, независимо от высоты подголовника, сделать вот так. Смотрите. Опля. И если вы все-таки возите ребенка зимой в куртке, в верхнем пуховике, хотя этого делать нельзя, это небезопасно, это ухудшает, скажем так, безопасность, то все равно можете раздвинуть, и ребенку будет не тесно. Вот, ребенок же растет не только вверх, он и в ширину тоже растет, в конце концов, особенно пацаны. Вот, и, соответственно, вот такая возможность у нас тоже есть. Раз, не надо, задвинули. Поэтому комфортно, безопасно, широко можно раздвинуть. Ткань мягкая, все супер. По безопасности уже сказал. Напомню, как крепится ребенок в категории 2-3 с 15 кг. Он крепится точно так же, как взрослый человек. Через специальный направляющий проходит ремень сверху. Дальше. Просто застегиваем и едем. Соответственно, имейте в виду, когда регулируете по высоте подголовник, смотрите, чтобы подголовник и плечо ребенка было не больше 2 пальцев. Я имею в виду расстояние от плеча до подголовника, потому что выше будет, ремень пойдет на горло. Допустить этого ни в коем случае нельзя, поэтому имейте в виду. Так, по ширине раздвигается, все, в принципе, вам показал. Так, еще есть одна фишечка. Это кресло можно, в принципе, знаете, часто кто ездит уже в Европу путешествовать, еще что-то. Если вы, например, полетите на тот же Кипр, там взять в аренду кресло стоит, ну, легче его купить здесь и с ним уехать туда. Будет дешевле. И это кресло нам поможет это сделать, знаете, чем? Смотрите. Раздвигаем, нажимаем. Все, оно у нас компактно складывается, и можно его убрать в чемодан. Вот, вот действительно удобно. И вы сэкономите денежки, и ребенок будет сидеть в привычном кресле, а не в каком-то чуханском, которое там вам дадут. Поэтому вот такая возможность, я считаю, ну, это круто. Вот видите, как космический корабль Звездных войнов. Так. Вот такого вот функционала
у большинства, в принципе, кресел нет. Есть там у одного японского бренда Takata еще такой функционал, но там совершенно другие деньги. Вот, поэтому, если ищете кресло 2-3 категории за вменяемые деньги с хорошим уровнем безопасности, комфортом, с хорошими тканями, чтобы еще и расширялось, то смело я вам рекомендую обратить на это кресло внимание, потому что минусов как таковых нет. Единственное, здесь нет изофикса. Крепится оно вместе, ребенок вместе с креслом. Но на безопасность, как показывают тесты, это практически не влияет. Изофикс в 2-3 категории, он неэффективен практически. Это дополнительное крепление к кузову автомобиля. Поэтому, исходя из этого, выбор свой строить по выбору кресла 2-3 категории не стоит. Выбирайте просто удобное, хорошее, безопасное кресло по своему бюджету, естественно. Вот, поэтому цена-качество просто огонь. Смело могу рекомендовать. По креслу, в принципе, добавить больше нечего. Все, что хотел рассказать, рассказал. Если это видео вам было полезно, интересно, ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на канал. Это очень помогает мне делать для вас больше обзоров. И хочу поблагодарить Мир Автокресел за то, что предоставили на обзор нам Baby Safe Chart. А вам хочу пожелать хорошего, грамотного выбора кресла для вашего ребенка. И всего доброго!